Вот! Вот он! Вот он! Бросай ее! Ай, братан! Яско, братан, да? Есть! Какешки захерачим! Пипец! Вот это вот! Шестой раз! С Никитой вместе, если включили, берем. Кстати, можно сейчас. Привет! Ну сейчас попробуем. Сейчас едите, а я попробую. Только аккуратно, не гоняй сильно. Ну, пап, попрошу, чтобы смотрел, так? И главное, чтобы никого не сбей, его самое главное. Ну это да. Всем привет, друзья! Сегодня мы втроем, ну, я и два повелителя гор, Евген и Никита. Вот это Никита. О, зачем так лететь? Надо ж аккуратненько проехал, да и все. С Никиткой пропотели, то он с Купатов зашел, только мы заехали. Что интересно? Отъезжай. Да ладно, хер на него. Запалили. Но мне придется от них отставать, потому что пыль разрушает, особо желания нет. Ох, как запах. Прям классно, цветов. Прям шикардос. Люди, а. Вот сзади едет человек, да? Надо же его камнями закидать.
новенькие КамАЗы или что там. Ренохи или что это. Еще третий поедем. Наконец-то он попался. Здорово! Как дела? Ну так же, как у тебя. Что, разрезал? Не разрезал, наоборот. Прямой? Да какой он прямой, Леха? Как у тебя, не выгинается. А у меня не разгибается. И у меня не разгинается, видишь? Так я шил, а он не надо разрабатывать. Да ладно. Это Никита, Евген. Ну ты знаешь, как мы катались все время. Видишь, как угадали, что ты дома. Не зря. Я и тогда дома был. А тогда никто и не поехал. Наверное. Вообще, обленились. Что, снова мотоцикл? Да не, все, все тоже. Тебя вон по багажнику вижу старый. Ну. Что ты, выползай. Есть желание? Ну, я обратно в машину. Ага. Понял. Из Питера приехал. Ветка текет так сильно. Главное вовремя подливать. Да, Евген? Подливаешь? Не. Батеньки я тебя промокать не буду. А ты так и не поменял ничего, да? Не, все так же. Разбатил под двухтактник. Да ну, а зачем он мне? Мне этот не нужен, если честно. Он и этот не нужен. Уже, честно, ничего не хочется. Чего? Накатался? Да, уже. Вот, мопед купил, сейчас буду на мопеде ездить. Какой? Нординг. Фары вот такой вот, да? Нординг? Ну, наверное, не знаю, какая ну, там. Ну, побольше Альфа. Ну, да, чего? Да. На баке там пластик одетый. Не, нету пластика, голый бы железный. Железный. Там бак его залил, 20 литров бак только. Это ас, это что? Ас, это Леха ас. Надо ас. С2 надо. Да. Ас, знаешь, что ас? Да. Жопа. Вот тебя снимает, конечно. Это, наверное, да. Ну не вырезай. Не буду. А мы думали, ты с нами катнешь немножко, а ты... А мы поедем на подвесной, доедем. Побудем чуть-чуть, да. Нормальная дорога. Да, там все классно. Так. Я на болотах съездил, где мы с Димкой. А, да я видел, вообще в шоке. Пока. Вообще самое сейчас классное. Как разогнался. Глубина небольшая. Ага.
такая пространство большое. Ну это не по пути на пляж на тот, да? Болото эти, я просто уже не помню день. Где стантовое поле? Ага. Я понял. Да, по пути вот перед пляжем. Ага. Там главное его не проехать, там же как-то немножко правее, да, надо ехать. А ты его увидишь, ты по дороге едешь, оно видно. Это. Угу. А ну знаешь, где прям получается, да, налево поворот, где навес вот этот, ага, пляж. Ну-ну. Где навес. Ну я понял. А это с правой стороны. Ага. Напротив него только в поле вот там. В районе. Николай не поехал в отходниках. Вчера бухал, сегодня говорит. У него за пол-ляма мотоцикл. Да нет, за 200 сколько? 80, да? 290 где-то так. Что это вы проклепали эти защиты? А, оторвало. А-а-а. Пластик. Мы ж металл, видишь, снизу. А-а-а. Стоит. А-а-а. И тут, и там, да? Ну, вырвало, да. Звезды большие и цепь. А я смотрю, сильней. А что, побольше звезды? Ну, по 47-е поставили, так. Сзади. Да, были 43-е. А-а-а. Ну, куда? На этих убийца. Ну, услышал, но не видел. Канал, вот, ну, что вот продал вот это. Сейчас дядя. Жду радиатор масляный, чтобы поставить. Скутер продал. Я его продал, выставил дня за 4, наверное, за 5 ушел. А, 400 километров пробегал, все. Ну, я посмотрел, малый приехал, он такой маленький, как бы, вообще, ну. А этот сел, я, ну, как на ежика садишься. А, я обращался, никто не берется. Говорят, мы тебе расковыряем бак, горловину, херину, крючками там надо сделать. Да, он говорит, мы не будем браться. Ну, какую-нибудь эту резиновую наклейку наклею, чтобы не было видно, надеюсь. А откуда издалека? С Ижевска. А. Ижмаша или откуда-то. А. Так что, блин. Ну, вот этот самый классный. Ну, никак даст на нем. А звезда тоже? У него там больше. Ну 50, да, у тебя? Ну, такая же, 47. 47. Дырок больше, поэтому кажется. Так что уже накатался, честно, уже. Теперь она на первую вообще поднимается, да, на этой звезде? Ну да, я хотел 50 взять, потом думаю, нахер, я на нем перевернулся, он хвост отломал тогда же. С горки ехал, скорость выскочила, ну, видимо, бодинком выбил. А подниматься он накат, а газа нет, газу дал, и он через... Да, это Митас МС, что покупали. Ага. Да, 7. А так она в магазинах за 13 заваливает. А там где-то Николай через ВКонтакте, где-то там оттуда. От самого Митаса. Ну, ну стирает. За год пол сантиметра, как хером сдул. По асфальту, в общем, на ней не ездить. Я тоже хотел себе 250-ку японскую купить, Suzuki GBL. Но он стоил там 250. Ну и из Питера пока привезут, уже 300 он станет стоить. Пипец, конечно. Не знаю, это из-за глаза вообще и больше нахер ничего не нужно. Я на Хонде боюсь. Она ехать не едет, а все равно. Страшно, да? Ну там будете кататься. Да хоть на подвесной съездить, да, там пофоткать. Да, там может магазинчик такой есть, может там возьмем. Хотя можно по вдоль Сейма туда проехать, до Старковского моста. А там дороги не знаем как там. По асфальту мы не поедем. А-а-а. А дорог там. А вы с полей, да? Ага. Ну вот, ну как вы с Денисом катаетесь. Нет. Давай. Пойду, я рад был видеть. Все, пока-пока. Ну, ну я понял. Ну мы сейчас налево лупанем, а потом может обратно там. Ну я понял. Ладно, на связи тогда.
Ну вот, встретились с дядей Володей. Поедем, короче, мы по лесному мосту прокатимся. Блядская курица. Затормозил, чтоб курицу не задавить. Не. А все, жемкуха на. Жемкуха на. Без сцепления, короче. Пипец. И защита помогла. Не, не, нет. Да нет. Телефон не нужен, да? Да. Ну, я говорю, может, у него есть любого, а потом он передаст. Да он не подойдет. Почему? Любого. Сука. Поедем. Ну, может, за него доедем. Ну, поедем, спросим, но навряд ли. Спасибо тебе за жемок, дядя Володя. Ой, блин. Ну, я не знаю, что такое жемок. Еще подумал, что ты сделал пока. Да, не, нормально, вот. За рычаг сцепления. Не гони. Пипец. Вот это джунгли. Охренеть. Ай, крапива.
Ну, в общем, вот, курица была, жемка не стало. И я прилег. Если бы не защита бы, то бы локти бы счесал бы, 100% бы. А дядя Володя нам дал жемок новый. Ну, теперь без зеркала, конечно, потому что он правосторонний. Да. Фу, это гоночечка какая-то. Жесть. Я, честно, там сам в шоке, как это. Я, честно, то же самое не заметил в конце уже. А ты хотел объехать ее, да, или что? Да. Да нормально, ты шиндора, да? Ой. А я вообще в конце уже, когда зорки спустился, ёмы, лужа, ну думал, не глубокая, ладно. А там пол колеса. А тут везде вода. Да. Да ты его по центру едь, да и все. Он же по центру, просто он скользанул, да? Скользанул просто ты, да? Ой. Он тебе даже сам стоит, походу, без всего. Что, ты хотел фото сделать? Да, я фото сделаю, подожди. Едем дальше. Хорошо рыхуем, потом едем дальше. Ну да ладно, по-твоему. Если кому надо, орат. Спахать, обращайтесь. Короче, можно приезжать, пацаны, и загорать, да? Что, пойдем купаться? Ooh.
Похудели, испачкали. Да, да, да. А, для велосипеда. Сейчас диск согнешь. Да? Диск согнешь. Вилку. Диск. Ты иди, мы чистые, мы постоим здесь. Я искупаться решил. Здрасте. Здрасте. Можно к вам в гости? Ага. Так, что-то мы хотели вас купить. А, я не знаю, сейчас. Напарники зайдут, узнаю. Иди, самый чистый. Разбирайся. Здрасте, надо говорить. Здрасте. Здрасте. Я вам говорю. Так что, нам надо какие-нибудь сардели, да, без сала. Сардельки без сала, сколько? И свежих желательно. Ты сардельки будешь, Никит? Или что ты ищешь, а? Вот здесь можно это, вон, постантить можно здесь. Окей. Да, ну, здесь более-менее ровно. Поехали. Надо, короче, переехать туда. Переехать надо. Точно надо? Ну, можно где-нибудь поискать. Ну, тут... А точно надо? Ну, можно поискать другой объезд. Что, ты писюшку намочил?
Давай обгоню. Направо. Я заблудился немного.
где-то здесь едем. Видел шалаш чей-то? А-а-а. Чей? А? Можешь на мотике проехать. Поехал. Давай, иди, не бойся. А? Ну, значит... Значит, провалишься, что? Мне главное, телефон бы не уронить, бог. Пацанов, это... Раскачаю немножко. Пошли, пошли. Ну иди вперед. Да. Ну мы ходили уже 100 раз. Я что... понимаю, еще доски были хорошие. Не, знаешь, жалко будет себе телефон уронить туда. Очень жалко будет. Ну пошли, пацаны, чего вы? Я подожди, блядь, с телефоном сейчас будет идти, блядь. Давай, иди. Иду. Пацаны ездили на мотике здесь. Вот видишь, тросы уже поборвали. Где? Вот боковые были. А зачем их оборвали? Ну спроси их, кто это сделал. Может сами. Может, нет. А ты видел снег? Да. А если я вот так вот, ага, повалился-то? Ну, повиснешь. У тебя ж... Ты его этот, напряги свой этот орган, чтобы зацепиться было зачем. А если вообще провалимся? В сапогах будет трудно вопрос. Да, в моих вообще. Сразу на дно. Телефоны? А кто за ним будет нырять? На борт возьмете? А? На борт возьмете? Пацаны, приглашают, прыгают. Мотоцикл. Там стоит. Мотоцикл нет, я возьму. Тут нет глубины тут. Да. А мы тут посмотрим, может переехать попробовать. Если выдержит. Евген решил через мост ехать. Через подвесной. Ну, фиг его знает. Стрёмно. Только не свались. Только не гони. И давай там ударим с тобой. А что, сам ты этот, двери помани, закатить тебе плохо. Да, давай мы тебя снимем сначала, чё. Как ты поедешь? Опасный, конечно. Мост прогибается. Тут видишь фигово те палки, которые поперечки. На них можно скользануть. Офигеть.
Уже даже не видно, скрылся. Все, переехал. Ты что, поедешь или? Не страшно. Страшно? Я пускаю ноги, трясутся от страха. Он еще газует так. Ну и вообще жесть просто. Важный малый, конечно. Евген. Есть захотел? Со страху что ли? А рюкзак там. Рюкзак там. Съезди обратно. Ой, блин. Съезди за рюкзаком теперь. Тебе не страшно было, скажи. А там газу даешь, чем больше газу, тем. А, я слышал, как у меня ноги тряслись из страха. Да. А у тебя подножки есть? Есть. Подожди. Стой. Я нахрен тебе не нужен, да это? Ой, что, блядь, 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 Выходи меня. Зачем ты это сделал, Евген? О-о-о-о-о-о-о, контент! Что ты не поехал дальше? Горочка крутая на самом деле. Этажей, наверное, ну, 10, наверное, есть. А то, может, поболее. На задний, с горки вниз. Значит, ты не на третий ехал, а на второй. Кукушка, кукушка. Сколько пацанам жить? Раз. Два. А что столько мало? Жарко сегодня, пипец просто. Так, будем два. Так и 300. Теперь моя очередь. Рум, 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 рум. И вон я, видите? Собьет он меня или нет? Буду сидеть посередине тропы. Он может. Он может. Лучше отойти. Ой. Евген на тормозах юзом. Ля-ля-ля-ля. Пацаны где-то там, за кустами.
Здорово. Идем, короче, это на подвесной мост. И я где-то там горки покоряю. Никит! А Никит! Ты поедешь? Поедешь? Да. Через мост. Чтоб я тебя снял, если поедешь. О, кузнечики фигачат. Здрасте. Забор покрыть. В общем, подвесной мост. Сейчас пацаны поедут через него. Какой-то шлем положу на мопед. Лишь бы он не газу больше давай езжай. Снимай, снимай. Сейчас будет беги, беги, часть третья. Ну он легкий, он еще легче тебя, насколько ему наоборот проще должно быть. Да тут наоборот, газу дать и все. И больше ничего нельзя. Да как ты летел, я думал, тут доски подымут сзади. Хазани, газу дай. Еще давай. Она, чем больше газу даешь, ну вообще. Все, есть. Да, вообще, на второй конец. Надо попить, да?